Головченко Василий Иванович родился 23 апреля 1920 года в станице Старотитовская, ныне Темрюжского района Краснодарского края, в крестьянской семье. Работал трактористом в совхозе «Красная стрела», участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Воевал в составе 31-й мотострелковой бригады. Участвовал в освобождении Румынии и Венгрии. Старшина Головченко отличился в ходе Будапештской операции 5-7 декабря 1944 года при отражении контратаки на плацдарме на правом берегу реки Дунай у города Эрчи. Находясь под огнем вражеских автоматчиков, он на поле боя восстановил свой Су-76, подбитую снарядом, и смело занял выгодные позиции, выявил установку из-за расположения противника. Экипаж самоходной артиллерийской установки уничтожил 2 вражеских танка, 2 противотанковых орудия, 5 пулеметных точек и до 130 фашистов, чем способствовало успеху боя. 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшине Головченко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Участвовал в освобождении Чехословакии и Австрии. В 2005 году указом главы Краснодарского края Головченко был награжден своей 3-й золотой звездой, звезда Героя Труда Кубани. Жил в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Умер 17 марта 2014 года.